Меня зовут Леня Семенов, и вы вновь смотрите Newsbox Digest. Самые лучшие сюжеты, самые актуальные новости, самые яркие события за прошедшую неделю. Некоторые звезды ради творчества готовы на любые жертвы. Группа Quest Pistols доказала это на собственном примере, о чем мы еще раз напомним вам прямо сейчас. Quest Pistols против Дю Солей. Победители первой реальной премии Music Box решили бросить вызов легендарному канадскому цирку. Музыканты готовят супертанцевальное шоу, которое уже на протяжении полутора лет создается одновременно на трех континентах разом. Помимо полюбившихся солистов группы Quest Pistols, в представлении примут участие титулованные танцоры из самых разных уголков планеты. И судя по первым репетиционным кадрам, нас ждут нешуточные страсти. Правда, недавно шоу оказалось под угрозой срыва. На одной из таких отрывных репетиций солист группы Никита Горюк сломал себе ногу. Однако ребята не планируют сдаваться. Уже сейчас группа совместно с командой дизайнеров разрабатывают специальный костыль для потерпевшего в стилистике шоу. Pistols в очередной раз докажут, что их возможностям нет предела. Как ни крути, но большая часть песен написана о любви. Артисты так и стараются помочь своим поклонникам в этом нелегком вопросе. На этот раз за дело взялись Джиган, Юлия Савичева и группа Айова. Как раз они и расскажут вам в нашем следующем сюжете, где можно встретить свою судьбу. Спустя 3 года они снова вместе. Речь идет о Джигане, Юлии Савичевой и их новом клипе «Любить больше нечем». Работа получилась спонтанной, а сюжет взят Джиганом из собственной биографии. История спортсмена, который подает и надежды побеждает. Они встречаются с симпатичной девушкой, красивой. У них возникает некая любовь. Но девушка не свободна. Главными героями будем не мы. Там будут актеры. И такой мини-фильм. Мы являемся абсолютно в своих амплуа. Ничего придуманного, надуманного. Как есть. Новое видео музыканты снимали в день выписки из роддома супруги Джигана и его дочки. Откладывать съемки даже и не думали. Наоборот, работать пришлось раньше запланированного из-за утечки песни в интернет. Я вообще не понимаю. Реально, ну, есть такая, ну, как бы, есть люди, которым ты отправляешь треки для дела, для работы, написания сценария, еще что-то. И у этих людей всегда есть какие-то друзья, подруги, которые: «А дай мне, пожалуйста, но я никому не поставлю, я никуда его не дену». И вот все, начинается. Я к этому спокойно отношусь, если честно. Никто от этого не застрахован. В любом случае, нам от этого не хуже. И это самое главное. Вероятно, кто-то просто позаботился о поклонниках, давно заждавшихся нового хита. Все-таки 3 года прошло. Группа Айова, к счастью, такие перерывы в творчестве не делает. Ребята сняли очередное видео на новую композицию «Маршрутка». Когда ходишь так по улице, мы кто? Мы толпа. Как бы никто. А когда садишься в маршрутку, мы кто? Правильно, команда. Знаешь, там, не знаешь, куда как проехать куда-нибудь, там, спрашиваешь у кого-нибудь. И тебе начинают всем коллективом так активно помогать, все отвечать начинают тебе. Несмотря на то, что в песне все происходит в простой русской маршрутке, сам клип снимался в Париже. Мы ничего не успели, конечно. Мы только снимали 3 дня, но мы заходили в ночные галереи, там, где художники там выставляются. Например, там одинокая художница выставила там свои картины, сидит с вином, в общем, попивая, ждет посетителей. Посетителей мало, в общем, заходим мы, и она нас там все целует, обнимает, круассаны, вино, чудесные истории, как она хочет поехать в Питер, а как мы хотим остаться в Париже. Это не шутки, мы встретились в маршрутке под номером 1. Едем мы молчим, он говорит: «Доброе утро», а я не слышу будто. Он жал мне руку сильно, а дальше, как бывает, в лучших фильмах.
А бывает в них так: любовь встречают там, где ее совсем не ждут. Именно это и произошло когда-то с самой солисткой группы. Например, я упала с велосипеда, и вот он меня сбил, и вот так вот мы встретились и полюбили друг друга. Ну, то есть с вами может произойти это в любой момент, даже если через боль. Вот как мне больно было, я коленку себе расшибла. По версии Айовы, влюбиться можно даже в маршрутке. По мнению Джигана и Савичевой, амур поджидает вас на ринге. Выходит, что искать свое счастье бесполезно. Оно все равно придет в самый неожиданный момент. И победителем рубрики «Lucky Box» на этой неделе становится Ирина Волкова и Виталий Дощенко. Парочка отправляется на концерт «Дельфина» 20 сентября в клуб «16 тонн». А уже на следующей неделе, внимание, мы подарим эксклюзивные проходки на день рождения рэпера СТ в главклубе, где вас будет ждать немало сюрпризов. Не упустите супер шанс увидеть звезд своими глазами. И на этом Ньюсбокс Дайджест подошел к концу. Уже на следующей неделе в Ньюсбокс вас ждут Алексей Воробьев, Линда Би-2 и многие другие. Внимательнее следите за новостями в наших группах ВКонтакте и на Фейсбуке. А также подписывайтесь на официальный инстаграм телеканала Russian Music Box. С вами был Леонид Семенов. Улыбайтесь чаще и будьте всегда в тонусе.